16 сентября в Каспийске прошла презентация проекта «Культурный квартал. Территория творчества», приуроченная столетию Расула Гамзатова и предстоящему празднику «День города». Как отмечают организаторы, данный проект является толчком в процессе переосмысления городских пространств, районов, кварталов, площадей и других общественных территорий. Наш проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мы подготовили фотовыставку, замечательные фотографии, которые нам прислали со всей России. Более 70 фотографий вошло в эту выставку из 500 присланных нам заявок. Началось мероприятие с торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие воспитанники Дома детского творчества и других образовательных учреждений Каспийска. Они продемонстрировали свои таланты, которые не оставили никого равнодушным. Кроме того, в мероприятии приняли участие заместители главы города Сергей Шахвалиев и Гусейн Ункилов, заведующий отделом искусств Дагестанского музея искусств Александр Сергеев и многие другие. Они поделились своими впечатлениями об открытии культурного квартала и фотовыставки. До открытия ее, прогуливаясь вечером по этой аллее, увидел, какой неподдельный интерес вот данные фотографии вызывают как у горожан, так и у гостей нашего города. Надеюсь, что вот данная зона будет прекрасным отражением вот той культуры, тех традиций, того самобытного Дагестана, в котором мы все проживаем. И очень приятно вот среди этих фотографий видеть не только вот уже всем знакомые открыточные виды, но и видеть лица. Стоит подчеркнуть, что на территории мероприятия также развернулась ярмарка и различные тематические площадки, в которых прошли мастер-классы по ковроткачеству, ювелирному искусству и другим народным промыслам. Любой желающий в течение дня мог посетить ее на улице Советской и Мира, а завтра она уже будет расположена на главной площади города.